Три подруги – Яна Макарова, Дарья Давыдова и Елена Малиночка – участница корпоративного забега лыжного марафона «Сокольи горы». С физкультурой они на «ты», на лыжню выходят регулярно. Пропустить международные старты на базе учебно-спортивного центра «Чайка» никак не могли. От соревнований ждут только позитивного настроения, за медалями не гонятся. Я лыжник по любви. Очень мне нравится классно ездить быстро на лыжах. За эту зиму первый раз, потому что не было снега, но вот как только он выпал, сразу вперед. Удовольствие получить. Победу навряд ли я-то точно. Это азарт, это спорт, это свежий воздух, это потрясающие эмоции. Да, начнем с этого, а там посмотрим. В 9-м лыжном марафоне «Сокольи горы» участвуют спортсмены от любителей до профессионалов, более 600 человек. На старт выходят любители лыжного спорта со всей России. Соревнования включены в серию, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны страны. Более 120 городов и населенных пунктов. От Владивостока до Калининграда и Казахстан, и даже есть участники из Китая. Поэтому мы очень рады приветствовать всех на нашей земле и уверены, что трасса всех порадует. Лыжня проложена по лесным просекам в окрестностях Сокольих гор. Это место привлекает спортсменов своим уникальным природным ландшафтом. Вместе с Жигулевскими горами Сокольи образуют так называемые Волжские ворота с неповторимым рельефом и великолепными видами. Финиш определил чемпионов и призеров на дистанциях 3, 11, 17, 34 и 50 километров свободным стилем. Это действительно бренд региона. И вот сегодня в очередной раз мы проводим лыжный марафон «Сокольи горы», на который съезжается огромное количество участников со различных субъектов Российской Федерации. Немножко малоснежно у нас в этом году, но мы все сделали на новой лыжероллерной трассе, да, обновленной базе «Чайка», для того, чтобы этот марафон состоялся. Ну, надеюсь, в новых условиях, на новой гомологации всем участникам будет комфортно, и, как всегда, марафон пройдет на очень высоком уровне. Мы очень рады, что после пандемийных времен мы первый год проводим в таком формате и пытаемся сделать так, чтобы он и дальше развивался. Начинали мы с лыжного марафона «Сокольи горы», но постепенно он уже, это такая серия «Сокольи горы», она включает в себя легкоатлетический кросс, велокросс. Мы разработали уникальные медали, они складываются в один пазл, все три, и это тоже является такой изюминкой нашей серии «Сокольи горы». Впервые в этом году была использована новая система хронометража по определению рекордсменов, чемпионов и призеров марафона «Сокольи горы». Она применяется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. Отличие от предыдущей системы в том, что участников гонки отслеживают в режиме реального времени, а персональный результат высылают на телефон по окончании соревнований. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.